Сборная Беларуси по теннису в плей-офф мировой группы Кубка Федерации. Во втором дивизионе наши девушки лишь в пятом матче сломили сопротивление канадок 3-2. При этом по ходу противостояния они были на волосок от поражения. 1-2. Особенно результативно сыграла Александра Соснович, на счету которой две победы в одиночке и одна в паре. Минская хоккейная «Динамо» сохраняет шансы на плей-офф. Накануне «Зубры» на родной площадке в серии буллитов обыграли финские «Йокерит» 3-2. У нас забрасывали Калюжный и Щихура с игры и Мелешко решающий штрафной бросок. Эта виктория позволила белорусам сократить до 8 баллов отставание от «Слована». Анна Гуськова остановилась в шаге от пьедестала этапа Кубка мира по фристайлу. Перед суперфиналом в американском Дырвелле белоруска шла третьей. Однако за последний прыжок наша спортсменка получила не самую выдающуюся оценку и в итоговом протоколе заняла обидное четвертое место. В состязаниях мужчин Максим Густик показал 9-й результат. БГК имени Мешкова улучшил свою позицию в СХ-лиге. В очередном матче турнира белорусы уверенно переиграли словацкий «Татран». Уже к перерыву гости вели 14-10, а к финальной сирене преимущество наших гандболистов еще немного увеличилось. Итоговые цифры 28-23. Эта виктория стала для белорусов юбилейной 50-й. В турнирной таблице после 13 туров БГК переместился на 4-е место.